Молитвами Отец Святых наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси нас, яко благо человека любец. Аминь. Я как-нибудь обойдусь без Господа. Все, спасибо. Я вышла из зала как-то и сказала: мам, я больше туда не вернусь. Ее душа была очень ранена, буквально истерзана. Пришлось ее заполнять веществами, изменяющими сознание. Когда вот у вас трагедия, у тебя тоже трагедия, да, у меня трагедия там. Когда больно, хочется вот что-то больно сделать другим. Ты думала о том, что из-за тебя уходят люди из жизни, твои близкие? Мне вообще вот чуть-чуть пугают такие вопросы. И вот опять, смерть мужа. Что ты еще от меня хочешь? Забери тогда и меня. Мне кажется, если еще раз это повторить, то я бы уже не пережила. Вокруг тебя свет, вот я его прям вижу. Смотрите программу «Обернитесь» 10 октября в 18:45.